Сила Блумикса. Колледж Линфея теперь наш. Что вы сделали с древантами? Не ваше дело. Мы со всеми разберемся. Отпустите меня! Жалкие феи. Только ноют и стонут. Именно. И все эти противные слезы заставят Винкс прилететь к нам. Сосредоточься, Мели. Постарайся использовать волшебные зерна. Вы еще не видели новый спортзал? После всего, что случилось в колледже в Линфее, я не могла сидеть без дела. Ну, что вы скажете? Потрясающе! Это невероятно! Классно! Ого! Это идеальная тренировочная площадка. Мы подготовимся и спасем колледж Линфеи. Ну, чего мы ждем? Пора протестировать спортзал. И подготовиться к спасению Миэли и других фей. Стоп! Ничего не предпринимайте! Кое-чего не хватает! Новая миссия, новый образ! О, я сказала, новая миссия, новый образ! Это бесполезно, Стелла. Ты забыла? Мы потеряли силы. О, новая миссия! Новый образ! Да. О, спасибо, Стелла. Готовы? Раз, два, три. Прыжок! Раз, два, три. Прыжок! Отлично! О, да! О, да! Привет, Винкс! Привет! Вы пришли тренироваться с нами? Волшебство Трикс очень сильное. Мы пришли помочь вам. Будьте осторожны, вы вступите в бой без своих сил. Не страшно, мы справимся. Я проверю, чтобы все было готово, мисс Фарагонда. Плюс у Блум осталось пламя дракона. Не забудьте, частички пламени огня Блум есть в каждой из вас. Особые проявления храбрости дадут вам силы Блумикса. Пошли, Винкс, вернемся к тренировкам. Посмотрите, как тренируюсь я. Раз, два, три. Тройное сальто назад. Отлично! Здорово! Молодец, Лейла! Это фантастика, Лейла! Это несложно. Ты попробуй, а я подстрахую тебя. Все в порядке. У меня есть своя страховка. Эй, Пикси! Мы тебе поможем, Стелла! Начали! Один, два, три и... Тройное сальто назад! Да ладно, никто не пострадал. Ну, почти никто. Ладно, ребята, за дело. Вы тренируетесь, а тем временем Дафна изучит древантов. Привет, Дафна. Я могу помочь? Я ищу хоть что-то о древантах. Ого,
Если не ошибаюсь, это книга об их легенде. Вообще-то это она. О! Знаешь, мой отец читал мне эту историю в детстве. И каждый раз я пугался. Ты ищешь что-то конкретное? Да, подсказку о том, как управлять древантами. Если кто-то и может дойти до корня проблемы, это будешь ты, Дафна. Корень? Точно! Корни древантов должны быть накрепко врыты в землю. Точно! Значит... Когда корень коснется земли, древанты закрепятся на месте. И тогда нам будет проще их контролировать. Дафна, это гениально! Расскажем всем, что ты разгадала загадку. Отличная работа. Ну что ж, ребята, мы знаем, что нам надо делать. Эти препятствия помогут развить скорость и наши рефлексы. Здорово! Молодец, Кай! Чего ты ждешь? Твоя очередь! Это просто. Нужно перевернуться, сделав одно движение. Без крыльев это непросто. Но я смогу! Тройное сальто назад! Это просто! Да! Молодец, Некс! Спасибо, ничего особенного. Вот именно, а я покажу кое-что особенное. Ого, у Роя отлично получается. Близко. У тебя почти получилось. Рой, держись! Друг, дай мне руку. Эй! Что за ерунда? Что это за фокусы? Если ты так помогаешь, Некс, такая помощь не нужна. Я ухожу. Ребята, мы поняли, как управлять древантами. Отлично! Флора, нам нужны твои эликсиры. Ну что, все готовы действовать? Вот план. Специалисты. Вы и я атакуем облачную башню. А как же мы? Вы освободите колледж Линфей вместе с Винкс. Секундочку. Как нам это сделать? Легко. При помощи моих зелий. О, здорово. Отлично. Ксаве, Тимми перенесет нас в Линфею. Стойте, это все, кто есть? Нет, я участвую. Флора, твоя сестра Миэли нуждается в помощи. Пошли! Волшебница Винкс! Сиреникс! Мы готовы сразиться, Трикс! Мы уже летим!
хватит! Ну что, сестры, давайте вернемся в облачную башню, подготовим засаду. А ваша задача — следить за нашими пленниками. С радостью. Это мой единственный шанс. Волшебные семена. Получается. Ты справишься, да. Миэли. Почти получилось. Она сбегает. Не спеши. Ты куда-то собралась? Вообще-то, вам пора идти. Флора, ты вернулась! Я спасла тебя, Миэли! Сработала! Ты молодец, Флора! Еще дриванты, они идут! Не беспокойся, мы пришли не с пустыми руками. Это нам поможет. Сейчас. Трикс, это точно не понравится. Давайте вернем Линфею! Давайте! Ветреный спонтон! Молот землетрясения! О! Неприступная зелень! Я так горжусь тобой, Миэли! Время для неожиданного визита! Они нас тут ждали! Естественно, мы вас ждали. Сторми, Дарси, последите за ними там. С удовольствием. Селина, ты можешь вызвать монстра, чтобы раз и навсегда избавиться от Винкс? В легендариуме много разных историй. Посмотрим. Тут такой богатый выбор. Может, вот это? Много лет в лесах Линфеи жили ужасные монстры, взглядом превращающие в камень. Легендариум! Летающие Василиски! Летите! Нападите на Винкс! Нападение! Что это за твари? Я не знаю. Похоже, они опасны. Брэндон! Скай! Блум! Ветроцикл Брэндона! Поняла! Я лечу, дружище! Неплохо. Спасибо, что подбросил. Лунный нож! Ага!
Смотрите, они направляются к колледжу Линфеи. Я не позволю им добраться туда. Ха! Удачи! Сюрприз! Наконец-то мы уничтожим тебя, Блум. Забавно. Я слышу от вас это уже много лет. Я готова. Берегитесь! Лучи, превращающие в камень! Удар солнечного бумеранга! Иди к папочке. Спасибо, Ривен. Еще секунда, и я бы превратилась в камень. Отличный маневр, Ривен. Спасибо, дружище. Отдайте мне ее. Нет, я хочу сразиться с ней первой. Мы все сразимся с ней. Пришел твой конец, фея. Танцующие огни! Расходящийся огонь! Тебе весело, Блум? Не знаю, сколько я еще выдержу. Стелла, сзади! Тройное сальто назад! Отлично! У тебя получилось, Стелла! Похоже, меня просто надо растормошить. Скорее! Другим феям Линфеи все еще нужна помощь! Быстрее! Сюда! Он ушел. Вы ждите здесь. Нет, нет, деревья! Флора, ты в порядке? Берегись сзади! Нет, отпусти ее сейчас же! Флора, будь осторожна! Зря стараешься, Древант! Хватит! Попробуй поймать меня! Я лечу! Спасибо, Флора! Ого! Значит, это правда. Хорошие смелые поступки принесут нам новую силу, Блумикс. О, нет! Хлорофилловые стрелы! Я! Не хотите сдаваться, да? Весенний ливень! Древанты! Смотрите, они стали прежними! Уходим отсюда! Кажется, все кончено. Это вряд ли. Посмотрите туда!
Это ужасно! Лейла, беги! Рой! Нет! Золотая аудитория. Лейла, бежим! Пора уходить сейчас же! Не волнуйтесь, ребята, я вернусь! Беги! Беги! Лейла! Стелла, берегись! Это не шутка, это серьезно! А у нас есть лишь капля пламени дракона! Не забывайте про меня! С моим Блумиксом мы можем сразиться с ведьмами и с их летающими монстрами! Гелия, Ривен, Василиск над вами! Уведите его! Я готов к встрече, большой парень. Ха! Вот так. Беги! Муза, есть идеи? Может, он любит классический рок? Скажи, если тебе это нравится. Ха! А может, он любит регги? Отстань от моих подруг! Они повсюду! И летят сюда! Что нам теперь делать? Ты помнишь тройное сальто назад? Да! Да, я готова! Тогда сделаем это! Так держать, Стелла! Это было здорово! Да! Спасибо! Я училась у лучших, Лейла! Заработали силу Блумикс благодаря смелости и сообразительности. Ладно, готовься, Стелла. Вот еще один. Поняла, я им займусь. Луч чистого света. Ты никуда не улетишь, Флора. Я знаю, а ты улетишь. Сиреневая воронка! Лучшая сестра в мире. Будь осторожнее, Айси. Какая шутка. Да? Может, тебя это насмешит? Эй, они летят не туда. Потеряла подкрепление, Айси? Пора собирать вещички и лететь отсюда. Мне и так тут надоело. А нам надоели вы.
Ладно. Хм. До встречи. Давайте оставим им что-нибудь на память о нас. Облако Морфикса! Лейла, это было невероятно! У нас получилось! Ура! Да! Ура! О, вы спасли колледж Линфеи! И спасли нас от вечного окаменения! Тут надо благодарить всех! Мы боролись вместе, и вместе мы победили! Флора, я так горжусь тобой! Я уже не просто младшая сестра, да? Да, ты еще и невероятно смелая фея! Думаю, нам надо снова встретиться, но только на этот раз без битв и окаменения. Я очень на это надеюсь. Привет! Здравствуй, как дела? Все вместе. Я так рада тебя видеть. Садись рядом. Где Дафна? Это ее класс. С тех пор, как мы покинули колледж Линфеи, я думаю лишь об одном. Если мы будем действовать вместе, для нас нет ничего невозможного. Да, и об этом тоже. Но что еще более важно? Да? Что даже битва может принести вдохновение. Винкс, я представляю свою новую коллекцию шляп. Головные уборы на лету. Эй! Я ничего не вижу. Я знаю, правда они эпатажные. Видимо, вы не готовы к такому продвинутому дизайну. Возможно, мы нет, но ты готова, берегись. Что происходит? Где профессор Дафна? Я здесь! Простите, я опоздала. У меня отличные новости. Что ж, мы вас слушаем. Прошу. Я получила особое предложение – посетить с классом золотую аудиторию. Это самый волшебный колледж в волшебном измерении. И мы сможем поехать? Конечно. Это будет отличной возможностью закрепить темы, которые мы изучали. Да! 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 Не может быть! Это лучшая новость в мире! Скорее бы! Привет, Ривен! Это я, Муза. Привет, как дела? Нас всех пригласили в золотую аудиторию. Завтра мы уезжаем. Ладно, здорово, хорошо. Да, Ривен, я часто говорила тебе об этом месте, помнишь? Я сейчас сосредоточен на тренировке. Хочу поднажать и стать лидером в Красном Фонтане. Удачи тебе. Пока. Серьезно, зачем я стараюсь? Текна, что ты думаешь? О, как интересно. Спасибо за очень ценный совет. Не беспокойся за меня. Я посижу тут одна. Ты можешь не играть сейчас. Ты что, шутишь? Муза, я пытаюсь решить сложный алгоритм. Ну, я не поклонница твоей алго-штуки, но она почему-то мне не мешает. Потому что алгоритм не шумит. А что, моя музыка для тебя просто шум? Может, я не хочу каждый день сидеть в первом ряду на сольном шоу Музы? Я не могу поверить, что ты это сказала. Для меня петь как дышать. Девочки, что происходит? Я готовлюсь к техномагическому экзамену, а она строит из себя певицу-мученицу. Главное мучение – это твое неумение расслабиться. Я никогда не видела, чтобы вы так ссорились. К счастью, завтра мы уезжаем в золотую аудиторию. Это меня развеселит. Какая громкая ссора! Девочки, нам надо что-то сделать. О, какое невероятное место! Я видела столько интересного, а мы только приехали сюда. Пойдемте в кафетерий. Привет, привет. Здравствуй. О, посмотрите на статуи. Это дирижер Саламандро, а это Лафобус, известный скрипач. Один из первых. Очень хорошо, Муза. Дилетта! Давно не виделись. Привет.
Привет, Дафна! Винкс, это Дилетта, директор аудитории. Добро пожаловать, Винкс. Для нас честь, что вы посетили нашу школу. Давай поговорим наедине. Конечно. Идите, осмотритесь вокруг. Я поговорю и подойду. Ладно, Дафна. Пошли, тут есть что посмотреть. Я слышала, что случилось в колледже Линфея. Трикс, они вернулись. С еще более мощной магией. Тут что-то не так. Я согласна. Нам надо понять, что, пока они не напали снова. Фуф! И неизвестно, откуда у Винкс появилась новая сила. Что за ерунда такая? Ты должна постараться с нашей следующей историей. Пусть будет интересной. Это я могу. Винкс никогда не справится с легендариумом. Сестры, мы нападаем на следующий колледж. Я слежу за тобой, Селина. Ты становишься сильнее. Аширон, я обещаю, я тебя не подведу. Какой красивый рояль! Великолепно! Это золотой рояль фей Малорикс. Видишь, каждый звук – это яркий цвет. А это скрипка? Попробуй, и ты увидишь. Это волшебная скрипка. Браво! Чудесно! Я рада, что тебе нравится, Черри. Почему аудитория была построена так далеко от всего? По легенде, под зданием есть целая система пещер. По легенде? Не более того. Где живут духи самой преисподней. Кто они? Злобные домовые, чьи громкие крики могут разбить сотни стекол. Интересно. Давным-давно злые домовые были заперты в запутанной системе пещер. И каждую ночь они пытались сбежать. Легендариум! Духи преисподней! Вы свободны! Уничтожьте Винкс своими жуткими криками! Ого! Посмотрите на это! Текна, я буду благодарна, если ты проявишь чуть больше интереса. Господи, а кто сказал, что мне неинтересна муза? Я сказала. Ты могла бы наслаждаться визитом. Мое нынешнее настроение не располагает к получению наслаждений. Уф, все продолжается. У меня есть идея. Что ты делаешь, Кора? Будь осторожна. Снова редкие инструменты? Боюсь, что это не так, Текна. Это должно быть духи из преисподней. Надо бежать отсюда! Волшебница Винкс! Сиреникс! Я чувствую, как сильный океан рождает красоту в душе моей. Блум! Фея пламени дракона! Волшебница Винкс! Блумикс! Флора, фея природы! Стелла, фея яркого солнца! Лейла, фея волн! Выгоним этих мелких пакостников! Осторожно, звуковые волны! Водный удар! Не сработало!
Остатки домовых вырубили их! Остались только мы с тобой! Нам надо как-то уворачиваться от атак! Надо поскорее избавиться от них! Есть идеи? Мы используем музыку как приманку! Бежать до подземных пещер! Судя по моему сканеру глубин, есть место, похожее по топографии! Показывай дорогу, подруга! Пещера в той стороне! Я вижу ее! Что бы я делала без тебя, Текна? Без тебя и твоей глубинной штуки! Колонны и сталактиты удерживают звуки, которые застряли тут на многие века. А вот и монстры без слуха. Они не решатся вернуться сюда. И что теперь? Что ж, они уже в пещере, и мы тоже тут. Если бы можно было побороть их. А может, мой голос? Да. С такой акустикой твой голос будет очень громким. Пой! Что ж, меня радует твоя просьба. Ладно. Великолепно, Муза! Спасибо, что поверила в меня, Текна! Мы будем вечно благодарны вам. Спасибо, что спасли наш колледж. Муза и Текна, вы единственные придумали, как победить духов преисподней. И в процессе вы сочинили прекрасную песню, которая будет вечно гулять эхом по нашим коридорам. Не могу поверить, что вы это придумали, когда вокруг все отступили. Ну, это была идея Текны. Нет, это ты придумала, Муза. Вот такой спор мне нравится. Да, молодцы, вы выручили нас. Вы молодцы. Муза.
Руза, не надо играть на гитаре! А, неужели снова? Я знаю, пока ты не подключишь... Усилитель, который я создала для тебя! Скорее бы услышать, как он звучит в моих наушниках! Пусть Винкс забирают золотую аудиторию. Эта атака будет намного веселее. Смотри, как сбегают. Как муравьишки в дождь. Ученики Ираклиона, покоритесь силе облачной башни! Серьезно? Кто смеет бросать нам вызов? Я не собираюсь бросать вам вызов. Я хочу сделать вас сильнее. Примите меня. Эти слова словно музыка для меня. Огненная воронка. Ну что, ты хочешь присоединиться к темной силе, да? Это в ваших же интересах. Я знаю, как добраться до Блум. Селина, я уверена, что твоя книга приведет нас к Блум быстрее. Да, у меня есть идеальная история. Под замком Домино находится огненная воронка. Это такая мощная магия, что даже Блум с ней не справится. Правда, говорящая яма. Ах, скучно. Очень жаль, потому что огненная воронка – это дом огнеедов. Вот это дело. Будем бороться огнем с огнем. Забавно, что вы упомянули Домино. Меня как раз пригласили на эксклюзивную церемонию. Более удобного случая у вас не будет. Иди на вечеринку. Найди способ уничтожить Блум, и, может быть, тогда мы примем тебя в наши ряды. О, Дафна, я так счастлива за тебя! Сегодня ты, наконец, станешь кронпринцессой. Ты это заслужила. Спасибо, Блум, но я немного нервничаю. О, Дафна, не беспокойся. Вместе мы совсем справимся. Ты права, мне это нравится. Что же, где же все гости? Хороший вопрос. Я проверю. Блум, видишь кого-нибудь? Да, гости идут. Слушай, Скай, Блум говорила с тобой о Дафне. Она когда-нибудь упоминала обо мне? А? Что? Скай, Торрен, мы здесь! О, привет, Блум. Я как раз говорил о вас со Скаем. По крайней мере, пытался. Стоп. Что? Друг, ты что-то рассеян сегодня. Да. Прости меня, пожалуйста. Мне надо идти. А? Ха, интересно, что все это значит? Кейко, что случилось, Блум? Я чувствую слабость. Может, это потому, что я поделилась своим пламенем дракона? Тебе плохо? Давай я тебе помогу. Спасибо, Флора. Я в порядке. Ты уверена? Давай я налью тебе воды. Пойдем, Блум. Узнаем, чем заняты девочки. Что мы пропустили? Вы как раз вовремя. Я чувствую вдохновение. Нет ничего лучше королевской коронации. Это так официально? Подожди секунду, Кико. В честь сегодняшнего особого события нам надо принарядиться. Приготовьтесь удивиться. О!
Подождите, Винкс, я все исправлю. О, да. Давайте попробуем еще раз, хорошо? Какая прелесть! Модненько! Так-то лучше. Ладно, Дафна, твоя очередь. Какую цветовую гамму я выберу для тебя сегодня? Ярко-зеленый? Королевский фиолетовый? Я придумала! Кико, ты такой хорошенький! Серьезно, вы всех нас затмили, ваше высочество! Оно прекрасно! Правда ведь я молодец? Я поражена, Стелла. Я чувствую себя настоящей принцессой. Вот они, смотрите, Дафна и Блум. Браво! Замечательно! Да здравствуй, Дафна! Кое-кто не может оторвать от тебя глаз. Принцесса, да. Граждане домино, короли и королевы, сановники, мы с Марион приветствуем вас. Кико, что происходит? Спасибо, что присоединились к нам в этот особенный день. Ваше присутствие... Неужели она снова? Кто ее пригласил? Пошли, расскажем другим. Хорошая идея, Локи. Это день для нашей семьи. Как король домино, я жалую своей старшей дочери Дафне титул крон-принцесс. Ура! Да здравствуй, принцесса! Теперь она твоя. Носи ее с честью. Я так горжусь тобой. Я обещаю делать все во благо домино и его жителей. Ура! Да, ура! Принцесса, подарите мне этот танец. Я так рада видеть Дафну счастливой. Да, она выглядит прекрасно, но я не в восторге от того, что она общается с Тороном. Почему? Что с ним не так, Скай? Ты должна знать, что он за парень. До Красного Фонтана, когда мы были детьми, мы с Тороном учились вместе в школе. Как-то мы гуляли в лесу Эраклиона и искали следы животных. И вдруг, откуда ни возьмись, на нас напали. Во время битвы он просто бросил меня. Оставшись один, я с трудом сбежал. Скай, я этого не знала. Не хотел тебя расстраивать, но ты должна это знать. Пошли, покажем, как надо танцевать. Домино, повезло, что здесь такие воспитанные молодые принцессы. Да, о более вежливых и смелых девушках невозможно и мечтать. Это так романтично! Смотри, они взлетают! Какие они красивые! Кико, она что-то задумала. Не волнуйся, пора действовать. Давайте! Так красиво. Спасибо, спасибо. Спасибо, что присоединились к нам в этот особенный день. Как я люблю любовь! Блум! Блум, ты в порядке? О, какая жалость! К
кто-то сегодня сам не свой. Идеально. Перед нами легкая цель, дамы. Рассказывай. Блум так слаба, что не может даже говорить. О, чудно. Похоже, это отличное время немного зажечь. Ты права, сестра. Давайте выпустим огнеедов, девочки. Договорились. Я же говорила, что в огненной воронке живут огнееды. Легендариум! Огнееды, выходите из воронки! Я призываю вас. Пусть ваши искры вызовут страх, по которому вы тоскуете. Блум, Блум, ты слышишь меня? Все будет хорошо. Я здесь, с тобой. О, Скай. Дафна, что с ней такое? Это пламя дракона. Его недостаточно, чтобы поддержать ее. О, нет! Мы не знали. Винкс, вы не виноваты. Блум хотела помочь. Скай, отнеси ее в комнату. Тебе надо отдохнуть, Блум. Бегите! Спасайтесь! Мне кажется, или их правда не приглашали? Кто они такие? Огнееды. Они герои старой легенды Домино. Не приближайтесь к ней! Скай, не подпускай их в Блум! Дафна! Нимфа Сиреникса! Теперь наша очередь! Волшебница Винкс! Блумикс! Лейла! Фея Мул! Флора! Фея природы! Стелла! Фея яркого солнца! Техна! Фея технологии! Муза! Фея музыки! Винкс, давайте потушим этот огонь! Ого! Это плохо! Скай, поспеши! Ты должен унести Блум, срочно! Второй раунд, Винкс! Я помогу тебе, Скай! Уходи! Стойте! Что? Куда вы собрались? Пропусти нас, Диаспора! Монстры захватили все северное крыло дворца. Огненная воронка — это единственное место, где Блум может восстановить свои силы. Неужели ты веришь, Скай? Нет. Ты никогда не помогала, Блум, а теперь с дороги! Блум! Блум! Не беспокойся, Торрен. Я могу с ним справиться. Танец бриллиантов! Это было слишком тяжело. Нам надо вернуть силу Блум. Срочно! Только она может их остановить. Быстрее, бери на руки Блум, а Скай оставь здесь. Что теперь? За мной. Скорее, уходим. Даже не думай. Наконец-то Блум будет в прошлом, а Скай будет моим. Я приказываю вам! Быстрее, бегите! Мы их удержим! Где девочки? Если они вместе, то с ними все в порядке. Что? Куда все делись? О, нет! Огненная воронка! Некоторые гости не понимают намеков, что надо уходить. Их отменная выносливость давно известна всем. Отлично! Перейдем к части, где ты расскажешь, как их победить. По древней легенде, только сила огненной воронки может победить их. Дафна! Блум в опасности. Защита волн!
Мне кажется, Торан и Диаспора сейчас несут Блум в воронку. Исторически воронка была волшебным местом для испытания пламени дракона. Похоже, это не так плохо. Но за много веков сила воронки стала неуправляемой. Блум слишком слаба, чтобы справиться с ней. Это плохо. Дафна, мы с ними разберемся. Вы со Скайем идите за Блум. Пошли, Скай. Мы на месте. Правда? Даже дух захватывает. А теперь положи Блум прямо в огненную воронку. Дальше все пойдет само собой. Нам туда? Ты в этом уверена? Она фея пламени дракона. Поэтому огонь для нее полезен. Это не так сложно. Ага. Но ты же хочешь вернуть ее силы, не так ли? Торан, нет! Не делай этого, Торан! Не слушай, Диаспора! Какая же ты отвратительная! И это я еще в хороший день! Нет! О, Скай! Блум, что ты с ней делаешь? Диаспора! Не смей этого делать! Сдавайся, Скай! Ты слишком хорош для нее! Прекрати это, Диаспора! Ты же знаешь, я люблю Блум! Тогда посмотрим, как ты переживешь вот это. Нет! Блум! Скай! Держу тебя! Теперь вы ничего не сделаете. Нет! Ой, что же мне делать? Куда она делась? Скай! Торрен! Что это было? Я слышала об этом месте. Это огненная воронка. Это невероятно! Тут так красиво! Пламя дракона! Дракон Домино! Возьми себя в руки! Ты сможешь! Атакуй со всей мощью пламени дракона! У меня получилось! Ребята, что нам теперь делать? Надо держаться вместе. Я знаю. Я больше тебя не подведу. Обещаю. Блум! Ураган пламени! Класс! Она прошла испытание воронкой. Блум, как я рад тебя видеть. А я очень рада видеть тебя, Скай. Давай разберемся с этими монстрами. Надо спешить, они тут повсюду. Полетели. Похоже, я долго не выдержу. Я знаю, но нам надо держаться. Точно, Лейла.
Я прилетела вам помочь! Блум, ты вернулась! И у тебя есть сила Блумикса! Молодец, подруга! Наша Блум! Мне руку дай, не руши. Скай, я очень испугался в тот день. Мы тогда были детьми. Если можешь, прости меня. Ничего, Торрен. Нам обоим пора повзрослеть. Мир? Мир. Вот бы тут был принц, с которым я бы могла потанцевать. Да, это было бы здорово. Торрен, может, есть кто-то, с кем хочешь потанцевать ты? Я так счастлива за Блум и Ская. Они выглядят такими влюбленными. Это чудо.